Привет, друзья, подписчики мои, у нас сегодня рандом битва рандомных бейблейдов. И так понеслась. А рандомные бейблейды, это которые из рандом бустера. У меня целая коробка, полетели. Два соперника, о, это из прошлого ролика про торнадо. Поехали. 3, 2, 1, go, shoot. 3, 2, 1, go, shoot. Да, все было хорошо в горячем металле, но, к сожалению, взрывов нам тогда увидеть не удалось. Зато сейчас, спустя столько лет, Такаратоми выпускает нам вот этих прекрасных малышей. Проигрывает Эль Драго. Здорово. Идем дальше. Зелененький Юнион Лорд. Юнион Спрайзен, вернее. Опачки. Ну, что такое опять? Что такое? Прям хочется, знаете, выломать его. Что случилось? Почему так? Проигрывает Ахиллес. Идем дальше. Storm Pegas. Вот и фиаско для розового волчка. Storm Pegas уничтожил. Космо Драгон. Два синих волчка, даже непонятно где какой, наносят атаки друг другу в лобовую. И смотри, Storm Pegas снова побеждает. Четвертый на минуточку сезон. Поехали. О, Флэр Ашура. Ну, сейчас ему не сдобровать. Бейблейд. Yes! Вау, какие хорошие атаки предпринимает Storm Pegas. Но Флэр Драгон, по идее, должен атаковать. Но не происходит этого. И смотри, что происходит это. Проигрывает дракон. Следующий шаг. Поехали. Против Storm Pegas первого. Вот этот ворот у нас сегодня. Рандом битва превращается в горячий металл битву. Но мы этого не допустим. Storm Pegas, атакуй Storm Pegas. И смотри. Да, проигрывает старенький. Неужели сегодня на Атомике Storm Pegas станет чемпионом рандом битвы? Финальная... А, ну не финальная, подожди, еще Джокер. На слое рок. В центре ринга. Пегас вокруг него. Так. Слушай, и проигрывает Джокер-то. Ничего. Опа, это уже я разобрал, это уже не считается. Следующий его соперник. Оу, Naked Spriggan. О, вернее. Ну да, правильно я сказал. Какая-то у нас сегодня битва синих бейблейдов получилась. Так. Все. На последних секундах Naked Spriggan завоевывает себе победу. А следующий, кто рвется в бой у нас, кто, друзья мои? Кто этот человек? Вот он. Погнали. Так. И
И, друзья мои, Naked Spriggan становится сегодня чемпионом Random Beyblade vs. Battle. А вы, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, потому что выходные будут очень жаркие, очень много роликов для вас интересных заснимал. Поэтому, с вами Лочи идущий Нюгамош. Огромное спасибо вам за просмотр, подписку, лайки, комментарии. Всем удачи, всем пока-пока.